Ну тоже очень классно, конечно, вид пипец тут. Горы. Добрый день! Сегодня мы приехали на знаменитые Сибинские озера. 80 километров от Усть-Каменогорска находится вот такая красивая местность. Мы сейчас находимся на озере Шалкар. Он под номером 3. Всего 5 озер. Они вот в таких вот бухтах между гор находятся. Это муниципальный пляж, бесплатный. Городской считается. Ну, хоть и ехать 80 километров. Народу пока немного. Время сколько где-то? 12 час. Пляж нормально оборудован. То есть лежаки, ой, не лежаки, а эти навесы. Там понтон есть, лягушатник. Детские площадки. Зоны барбекю. Вот кто-то может с палаткой обосноваться прямо на берегу. Водичка, сразу скажу, холодная. Но так как с погодой повезло, то комфортно. Ветра нет, 30 градусов. Само то. Это, кстати, не самое большое озеро, но не самое маленькое. Я сейчас не знаю, может, мы и заедем на остальные озера, но на первое точно заедем, посмотрим. Там, говорят, базы отдыха какие-то есть. Просто пофотографируемся, поснимаем. Ну, вода чистая, смотрите, какая. Вообще классно, на самом деле, конечно. Природа офигенная просто. Вот он, пляж со стороны воды. Народ все прибывает и прибывает. Вот с тех понтонов мы сейчас прыгали. Блин, здорово. Там глубина больше 3 метров. Как в Турции. Так, а вот в этом месте, наверное, я попробую порыбачить. Удочка у нас дежурная всегда с собой. Сейчас пойду посмотрю, какая тут глубина. И попробуем поймать рыбку. Ну, судя по тому, что на дне лежит вот дохлая рыбка. Рыбку тут кто-то ловил и отпускал. Ну ладно, попробуем. Может, тоже что-нибудь поймаем. Может, покрупнее поймаем что-нибудь. Вот с этого ракурса вообще четко видно. Я чуть-чуть дальше еще зашел. Вот. Тут какие-то базы отдыха напротив. Вода, смотрите, какая прозрачная. Ну, по информации в интернете я читал, что сюда любят приезжать дайверы. Ближе к горам вот там. Ну, именно не на этом, может быть, озере. На каком-то из этих озер, может, и на этом. Нырять, то есть тут глубины доходят до 40 метров. Это очень глубоко, на самом деле. Вот озеро питается, эти озера питаются родниками, поэтому вода такая освежает. Вот в этом месте я сейчас рыбачил, мелкий окунек клюет. Вот, но вода как в бассейне такая, еще раз повторюсь, прозрачная. Сейчас буду нырять с камерой, посмотрим на подводный мир, получится, не получится снять.
Вот мы и отдохнули сегодня на одном из сибинских озер, озеро Шалкар. Вот в такой, в таком прекрасном месте. Нам очень понравилось. Ну, необычно у нас. Немножко природа другая. Гор нету, горных озер нету, горных рек нету. Ну все, едем домой. Сейчас по пути, может быть, еще заедем. Может быть, еще заедем на какой-нибудь из пяти озер. Сейчас посмотрим. Вот. И что-то снимем, может быть. Вот пейзаж, смотрите, какой классный. Горы как будто бархатные. Там мелкая, мелкая растительность. И такое ощущение, да, как будто они бархатные. Красиво. Слушайте, ну вот мы едем домой. Мимо вот такой красоты тоже нельзя проехать. Покажу вам горы Сибинских озер. Сейчас мы вот на первое озеро заедем. Вот здесь оно. Там еще посмотрим. Трасса вот идет. Серпантин такой, ну, вроде пологий, но перепады тоже хорошие. Заехали мы на первое озеро. Вот сейчас база отдыха Сибины называется. Разрешили мне пройти, просто посмотреть, что тут как. Ну, тоже очень классно, конечно, вид пипец тут. Горы. Сейчас я до пляжа дойду. Домики вот такие можно снять. Цены примерно где-то вот 10 тысяч тенге, наверное. Я так смотрел в интернете. На двоих. На день. На компанию вроде дешевле получается. Так, ладно, дойдем до пляжа, глянем сейчас. Прогулялся я по этой территории. База отдыха Сибины. Ну, круто, конечно. Одно дело, когда в интернете смотришь, другое дело, когда вживую. Домики вот, срубы эти стоят. Пляж большой, там два понтона. А скала с правой стороны пляжа практически вплотную. Ну, очень круто смотрится на самом деле. Тихо, спокойно. Машин очень много, но люди так. Там практически и незаметно людей. Вот, поэтому, наверное, если мы соберемся ехать сюда, на Сибинские озера, мы, наверное, на эту базу поедем, потому что смысла нету другие смотреть. Тут огромная территория, там лежаки даже на пляже есть. Ну, инфраструктура хорошая такая. Туалеты, все как положено. Все продумано. Она, скорее всего, построена, ну, не новая. Когда ее строили, давно все продумывали. Ну, очень понравилось. Вот. Но на этом сегодня будем, наверное, заканчивать. Слишком долго уже получается наше путешествие на Сибины. Ну все, мы поехали в Усть-Каменогорск. Ну, на сегодня все. До свидания.